Скажи, Белочка, всем доброго утра, доброго дня. Кушать будем сейчас. Грета, ты что, мясо не будешь? Всем тоже помахаем вот так, доброе утро. Смотри, я что тебе дала. Так, здесь это Гретина еда. Здесь это Белочкина еда. Сейчас мы будем кушать. Будем кушать сейчас, да? Белочка тоже будет кушать. Где моя Белочка? А где моя Белочка? Белочка кусать будет. Кушать будет, да. Айдайте. Так, Грета, ты на улицу пойдем? Грете, тут мы дали. Пошли, Бела. Дверь закроем, пойдем. На. Айда. Тебе сюда дам, пошли. Пойдем. На, кушай, айда. Белочка еще такой пассажир. Сейчас я уйду. Давай, давай. Ой, молодец, давай. Вот так, кушай. Что это такое? Ты ждешь, когда я уйду? Им постельку вчера застелила. Чистенькую, беленькую. Да, Белочка? А то Грети. У Грети течка. Все пачкает тут. Что ненужное постелю, да? Не жалко выкинуть, да, Белочка? Моя девочка, давай кусай, давай. Давай кусай, кусай. Ну что ты? А? Айда. Давай, я выключаю свет, давай. Давай, бегом. Давай, бегом. Нет. Кушать бегом. Давай. Грета сейчас все съест у тебя. А то Грета у нас монстрик. Вот она, вот она. Давай, давай, кушай. Кушай давай. Все, Грета, съест у тебя. Давай, грызи тоже. Вот она вытащила. Что там, покажи нам. Что у тебя вкусненького. Так, каждый играет со своим. Грета играет с баклажкой. Белочке дала носок шерстяной свой. Вот оно, вот оно. Сегодня что-то они разыгрались. Тут те дни не хотели играть. У нас время сегодня перевели на час назад. Раньше не переводили, а сейчас что-то опять стали. Так что теперь у нас время на час назад. Не знаю, это хорошо или плохо. Но мы проснулись, там по нашему было. 9:30, а так 8:30. Поэтому не знаю как. Да, Грета? Весна у нас сегодня. Ну, сегодня не скажу, что так холодно, но и не тепло. Но собачки играются, значит, для них сегодня более-менее тепло. Ну, Грета, 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 Грета. Грета у нас гуляет. Муж сказал, сводить ее не будем. Не надо нам эти проблемы. Потом за этих щенков переживать, куда кому их отдали. Поэтому пусть она живет беззаботно и бесхлопотно. Вот, играет с белкой. Конечек, грибунечек маленький. Вот она, вот она. Попрыгнет. За ноги грыз. Давай, куда пошли? Вот он, хвостик. Везде за Гретой. Вот. Я слышала, сейчас Грета выйдет. Мы два хвостика. Не могут уже друг без друга жить. А, Белочка? Кстати, бабушка наша как уехала, так моему мужу и не звонит.
Вот такая мама у нас. Хотя мне-то ее звонки, если честно, даром не нужны. А муж как-то все равно огорчился, что 20 лет с ней прожил после смерти отца. Не уехал из-за нее, остался здесь. Жил, помогал ей. Вот так вот. Даже ни привета, ни ответа. Белочка, давайте я сейчас молочка налью. Вчера налила ей молоко, дала дома. Нет, молоко зачем ей пить? Сейчас Грете вынесла, думаю, чтобы не прокисло. Грета выпила, вот она подлизывает остатки там. Так что вот такие вот у нас дела. С первым днем весны еще раз вас, конечно. Да, скоро у нас женский праздник, 8 марта, близко-близко. Девчонки, вот тоже мои девчонки. Девчонки мои, мои девчонки. Где кто там? Где кто? Где кто? Где кто там? Где кто? Кто там Грета? Грета кого-то там учуяла за воротами. Кто там? Кто, кто, кто? Кого-то. Кто там крыт? Из-за круги нарезает в огороде. Кто там белочка? Кто там такой? О, у нее шерсть дымом встала. Вот они, мои охранники, с которыми не страшно ни в огонь, ни в воду, и ни медные трубы, ничего не страшно. Thank you.